работают на благо здоровья. Сотрудники отделения адаптивной физкультуры и спорта отмечают первый юбилей учреждения. На протяжении 5 лет здесь занимаются с особенными детьми. Каких детей мы научились сидеть, каких-то ходить, каких-то стоять. То есть вот эти функции двигательные развиваем очень кропотливо, незаметно, медленно. Для каждого ребенка здесь предусмотрена индивидуальная программа занятий в зависимости от потребностей и особенностей развития. Тренировки проходят в небольших группах и, как правило, в присутствии родителей. Сейчас в отделении занимаются 107 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет. Мы ходим сюда для того, чтобы укрепить наше здоровье и тренироваться. Иногда мы занимаемся гантелями, вот сейчас репетируем танец, на ковриках занимаемся, иногда подтягиваемся. На дорожке ходим, на велосипедах катаемся. Это отделение адаптивной физкультуры и спорта – одно из немногих в городе, где с детьми-инвалидами занимаются профессиональные спортсмены. При наличии медицинских показаний посещать тренировки могут все желающие. Запись в учреждение производят в конце лета. Основанием для нее служит справка от лечащего врача с пометкой «Рекомендованы занятия адаптивной физкультурой». Любовь Почерникова, Андрей Семелков, РТВ Иваново.